Привет, я Шок, и на самом-то деле в CSGO выходили обновления за последние 2 недели, очень интересные. Все начали снимать ролики на ютубе, новый античит, мы спасены, читеры ушли, программы не будут запускаться. Но нет, все далеко не так. Я уверен, что 90% игроков думает, что античит обновился. Но это вообще не так. И этот доверенный запуск, это такое дерьмо. В этом ролике я запущу катку в доверенном доступе. Ну и покажу вам, там есть читер или нет. Ну а дальше я в новой доверенной CSGO, где чужие программы запускать нельзя, запущу читы. И посмотрим, забанят меня там или нет. Ну а я тебе желаю приятного просмотра. Это проверка читов CSGO. Чуваки, надеюсь, комментариев не будет про то, что Эрик, ты с читами играешь, Эрик, ты подрубаешь щиты. Понятное дело, проверял не я. Молодые люди, не забываем ставить лайки. Давайте наберем под этим роликом 30 тысяч лайков. Я жду от тебя. Ведь как только ролик набирает 30 тысяч лайков, ролик с серваком в CSGO 2013 года выйдет пораньше. Как-то так. Let's go. Прямо сейчас мы запускаем матчмейкинг на карте Мираж. Это самая распространенная карта для читеров. Выключен прайм. Включен доверенный запуск. То есть все по сути правильно, и сейчас мы посмотрим, насколько это правда, что Valve запретили некоторым читам включаться просто в CSGO. Поэтому сейчас все это проверим. Хотя, знаете, я очень сильно уверен, что ничего не изменилось. И сейчас мы попадемся на читеров. Хотя, и даже непонятно на каких званиях. Слишком большой разброс. Так, ну что ж, начало игры. Пока что никаких нет подозрений. Пока никто не крутится. Че, куда идем? Какие предложения? Да по дам можно выйти просто. Да. Я на прицел буду просто бегать. Минус 57 дал. Хорош. Так, ну что, первый раунд у нас есть. Пока никто не полился с щитами, все хорошо было. Давайте бы быстренько выйдем. Давай. Китчен. Я не знаю, они просто лагают, бегают туда-сюда. Ну, по факту, если говорить, читеров там нет. Чел спрашивает меня через букву О. Желтый, что по звонке? Даже флешки кидают. Нет. О, моя первая смерть. Слева там, в углу. Давайте по адам будем. Чуваки, просто бегайте со мной по-братски. Не закупайтесь на последние деньги. Просто выбегайте, не бойтесь. Все. Двое джангл стоят. Sorry. Машина есть. Да, давайте выходить. Выходите, пацаны. Прыгайте. Давайте Kitchen быстрее, пацаны, прыгайте. Kitchen open. Странно. Да, кстати. Мидл. Давайте пробовать. Он дергается. Ну да, он дергается, но там пока ничего очевидно. Давайте по Б. Постойте здесь. Давайте на пода пойдем. Сейчас заготовьтесь к тому, что здесь будет челик на Т-базе. Ну, прямо сейчас на Т-базе челик будет. Ну они проснают про нас. Короче, ладно. Там у первого, скорее всего, уха. Погнали. Давайте. Сзади. Там Снегурочка с ОХ, скорее всего. Да. Ах ты. Я понял. Друзья, ну что вы можете заметить? Все-таки катка не без читера, Снег дурочка все-таки с ВХ, я кинул репорт. Ну, что ж поделать? Очень сложно идти катку на этой платформе без читов. И, кстати, самое главное, что он не появился изначально. Когда он понял, что я буду отстреливать, когда я понял, что он, скорее всего, проиграет, он подрубил. Такая вот ситуация. А, у него еще и доводка есть. Б есть. Сори. Сюда-то. А, там стоит джангл. Oh,
Ну, на самом деле, у меня нет желания продолжать играть в эту игру сейчас. Ну, именно матчмейкинг. Молодые люди, я хочу вам объяснить этой каткой то, что ничего не изменилось. Вот просто вообще ничего. Поэтому не надо верить тем слухам, которые вы слышите. Тем роликам, которые делают ютуберы о том, что новая CSGO, новая античи и так далее. Нет, вообще ничего не изменилось. Я сделаю следующий ролик, когда что-то изменится. Сейчас вообще ничего. Я вам это сейчас докажу. Мы с парнем, который разбирается в читах очень сильно, всю свою карьеру на этом построил, он вам покажет, как он включит читы в CSGO и зайдет в матчмейкинг. Ну и как раз таки этот парень расскажет вам, что это такое, зачем это добавили в античите и зачем это нужно. Так что погнали. Так, сейчас я позвал в Discord самого известного по читам человека. И он покажет вам, как он включит любой чит, вообще любой, и он сработает в CSGO. То есть сейчас, после этого античита, ничего не изменилось. Так что ваши догадки о том, что это что-то исправит, это совсем не так. И я вам сейчас это докажу. Да, это, конечно, весело все. Ну, прикол в том, то, что вообще ничего не изменилось. Если человек особенно катается с приватным читом, то он даже не заметил этого обновления. Даже если с бесплатным, то уже выложили фиксы, уже даже в паблике лежит инжектор, который все это дело обходит, и любую DAO можно инжектить. И более того, можно закидывать DAO в папку с Windows, System32, и также любым инжектором инжектить. С этих папок новый, в кавычках, античит, он не видит DAO-ки. Так, значит, ты хочешь, чтобы я запустил одновременно много читов CSGO, да? Да нет, по одному, а зачем сразу несколько сразу? Я правильно понимаю, то, что это обновление просто просит сертификат, который доказывает, что там нет вирусов и так далее? Данное обновление, оно закрыло те дырки, которые не должны были вообще существовать в принципе, то есть, которые должны были закрыть еще на старте 10 лет назад CSGO. То есть, раньше мы, как мы делали, смотри, то есть, мы заходим в диск C, Program Files, да, находим здесь Steam, и вот она наша DAO Crash Handler. То есть, мы брали с общего доступа бесплатный чит DAO-ку, переименовывали в этот Crash Handler, просто здесь его в папке со Steam заменяли, запускали Steam CSGO, и у нас через Steam эта DAO инжектилась. И мы напрямую сразу могли через Steam инжект и спокойно играть с любым читом, при этом не отлетать, естественно. И значит, первым делом, что я сделал, это мы сейчас запускаем первый софт, это Rage софт, кряк Rage софта. Все, видим то, что инжектор чита нам пишет, ожидаем Steam. Но Steam пока что не запускаем, так как мы хотим сразу несколько читов, да, запустите. Далее запускаем следующий софт. Так, запустите. Подготовка, у нас заполняется полоска, все, сейчас у нас тоже запустить игру, ожидание происходит. Теперь, значит, далее, этого же нам мало, поэтому мы запускаем еще и следующий софт. Так, значит, все, мы запустили, и у нас этот чит, третий, сам запустил Steam, то есть удобно, да? Черный экран, появляется CSGO, еще один звук сейчас был, пип-пип, это второй у нас инжектор прошел. Итак, вау, отлично. Красивый чит. Да, значит, это первый софт, он сразу же появился у нас. Но давайте мы нажмем на insert, еще раз нажмем на insert, оп, у нас появляется второй наш софт. Первый, сейчас менюшка закрылась. Давайте мы бесплатные игры, оп, у нас краш. Игра вылетела, CSGO, сделали крутое обновление. Не сможешь играть, бро. Да, все, зашло. Значит, короче, у нас просто произошел конфликт читов, сразу несколько. Они, видимо, по одному и тому же принципу пытаются что-то с CSGO получить, и кто-то кому-то мешает. У меня, по сути, два софта. Из первого у меня работают, значит, GOF, ESP и Champs. Вот сейчас это наглядно видно. Да, больше ничего нет, то есть из ВХ. Теперь мы сейчас закрываем одну менюшку, переходим во вторую менюшку, и здесь активируем, мы нажимаем боксы. Вот, теперь у меня боксы появились, обрати внимание. То есть это боксы у меня работают уже со второго софта. Я могу, то есть, в разных читах включать разные функции. То есть в одном чите, допустим, я включу АИМ и Чамсы, в другом чите я включу, допустим, боксы и БХОБ, грубо говоря. Только смотрите, прикол уже в чем? То, что на обычных серах, дедматч, обычный режим, здесь лучше работает, грубо говоря, античиты, нежели на финансальных серах в матчмейкинге. Потому что здесь за рейдж тебя кикнет. То есть здесь сервер палит то, что ты используешь антимы, твою игру, короче, чекает, и ты отлетаешь. Можешь сейчас зайти на Собишок? Выбери ДМ. Мне просто нажать на него и join, да? Да, и join, да.
Но меня сейчас сразу забанит, если кто-нибудь убьет. Или поздно. Все, меня вообще даже крашнуло. CSGO! А почему? Зашел на CyberShock, и я крашнуло CSGO. История CyberShock. Подключаемся. Вы были навсегда заблокированы за использование запрещенного программного обеспечения. Ребята, выбирайте лучше. У нас есть ХВХ сервера, вы можете играть читами у нас, а можете играть без читов. Окей, спасибо, я тебя понял. Все.